Всем привет, друзья! Я вас сегодня приглашаю посмотреть трехкомнатную квартиру с ремонтом на продажу. Это у нас центральная курортная часть города. Дом находится на пересечении улицы Новороссийская, Первомайская. В доме есть лифт. Лифт вам сейчас покажу. На этаже всего три квартиры. Раз, и вот с этой стороны и следующая. Всего три квартиры. Дом под видеонаблюдением. На каждом этаже есть камера наблюдения. Соответственно, вы в полной безопасности. Плюс это центральная часть города. Здесь отлично просто идти до моря. Если для переезда именно ради моря, то этот вариант отличный. Общая площадь данной квартиры 96 квадратных метров. Пойдемте ее посмотрим. Единственный нюанс, скажу, свет там, электропроводка есть, но света нет, потому что нет лампочки. Сейчас вам покажу. Мы заходим, это у нас коридор. Вот такая ниша есть под шкаф-купе. Можно встроить, либо сделать полностью прихожую. С этой стороны тоже. Высота потолков 3 метра. На потолках гипсокартон. Вся электрика есть, разведена, осталось только подключить, грубо говоря, и все, можно заходить и обставлять мебелью. Первое, это у нас маленький санузел, 2 квадратных метра, здесь можно туалет сделать, он здесь будет раздельный. Как вы видите, уже плитка есть, даже там натяжной потолок сделали, ну, в общем, только подключить санфаянс и можно пользоваться. Это у нас кухня, 14,1 квадратный метр, кухня-столовая. Здесь у нас газовое отопление индивидуальное и газовая плита. Дому 5 лет, относительно свежий, но уже при этом с ремонтом и не нужно ждать завершения строительства. Вот такой вот потолок здесь. Богемный интересный дизайн. Здесь у нас окна выходят на лоджию, которая на 2 комнаты. Сейчас вам я ее покажу обязательно. Установлены радиаторы, отопление, как я уже сказала, газовое. Нужно будет сделать просто врезку газа. Это в районе 40, максимум 50 тысяч. Сразу предупреждаю, поэтому имейте в виду. Далее мы заходим в гостиную. Гостиная 19,3 квадратных метра. Ремонт, возможно, на любителя, но при всем при этом со вкусом сделан. Я думаю, своего покупателя определенно эта квартира найдет. На полу у нас здесь паркетная доска, это не кафель, не керамогранит, также радиаторы. И, соответственно, вот он, выход на лоджию. Они не застеклены, получается. В данной квартире можно сделать остекление самостоятельно. Дом отделан кирпичом. Достаточно хорошая толщина стен, соседей вы слышать не будете, тем более у вас всего на лестничной площадке 3 квартиры с соседями. Давайте, это ванная комната, ванная у нас большая, 7,2 квадратных метра, достаточно глубокая. Здесь можно разместить как джакузи, так и ванну, так и, в общем, зону спа своеобразную. Здесь все это пространство 7,2 квадратных метра позволяет. Уже выполнена разводка, даже вот, пожалуйста, полотенцесушитель имеется. И пройдемте в следующую комнату. Это у нас все еще коридор. Коридор 12 квадратов на все комнаты. Заходим в эту комнату, это у нас спальня. Спаленка 14,1 квадратный метр, и у нее лоджия на спальню первую и на спальню вторую. Вот такая вот планировочка. Вот у нас выход. И вот здесь улица Первомайская. Видите, у нас уже расцвели деревья. Весна вовсю, все в зелени утопает. Очень интересный вариант. И давайте я вам покажу сразу вторую спальню. То есть это у нас была 14,1 квадратный метр первая спальня. Давайте сразу пройдем во вторую спальню. Она с двумя окнами и с двумя лоджиями. Очень классный вариант на самом деле. Вот мы только что были там на этой лоджии с той стороны. А теперь мы, получается, в спальне с двумя лоджиями. Здесь 17,8 квадратных метров. Тоже на гипсовые потолки. Выведены точечные светильники. Многоуровневые потолки. Хорошие, красивые обои.
На полу также паркетная доска. И здесь тоже балкончик. Тоже на эту сторону, так же, как и с гостиной. То есть это квартира с тремя лоджиями, причем в одной из спален есть выход на две лоджии на две стороны. То есть это может быть прямо родительская комната, шикарное расположение и по сторонам света, и вообще в квартире в целом. Еще раз посмотрим маленькую спальню, допустим, детскую. Посмотрим с вами гостиную. Здесь могут останавливаться либо ваши родственники, либо, может быть, вы живете и так со вторым поколением. Ну и кухню, конечно, тоже с вами посмотрим. Итак, друзья, если понравилась данная квартира, стоимость ее 5 миллионов 450 тысяч и по квадратуре 96 квадратных метров. Ну и, соответственно, до моря спокойным шагом 15-17 минут. Рядом с вами центральный пляж, детский парк «Джунгли», Северный рынок, ярмарка «Привоз», 5-я школа на Крымской, 2-я школа на Крымской. Это все здесь в шаговой, в пешей доступности, поэтому очень хорошее расположение данного дома. Обращайтесь, звоните. Предложение пока еще действительно. До тех пор, пока видео вы можете просматривать, значит, квартира еще продается. С вами была Светлана. Пишите комментарии и, конечно же, звоните в случае покупки. Всем пока-пока. Вот, собственно, вход в подъезд. Здесь, видите, накрытая территория, то есть вообще все очень классно сделано. Здесь парковка, ну, для хозяина. Он, кстати, живет, застройщик, в этом же доме, имейте в виду. А вот и сам дом со стороны улицы, пожалуйста. Мы на пересечении Новороссийская, как раз Первомайская. Вот туда идете к морю. Там же улица Крымская, остановка, и школа, и садик, все в той стороне, и женская консультация. И вот еще раз вам показываю этот замечательный дом. Здесь есть прописка, все в порядке с документами, поэтому, если надо, звоните, покупайте, хороший вариант.